Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-окрошка, снеговик, как всегда, отличнейшее настроение. Сегодня мы играем на карте FNAF 1, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, аниматроники пугают охранника. Я буду аниматроником, мочить пацанов. А как так получилось, я тебя, а он меня? Вот такие вот дела. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, я буду с тех всех серий на вас отрываться. Вы слышите, да? Да. Так, а ну... Вы посмеялись, можете уходить, пожалуйста. Пожалуйста. Подождите. Подожди, а что делать надо? Сейчас, ребята, он проболтает. Я выключился. Так прикольно смеется. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Смотрите, что я делаю. Трогай стекло. Я его держу, пацаны, я его держу. Она... Ой, а что это с моей головой? Хорошо. Сейчас, подождите, продержите, я хочу головой прокрутить в одну сторону. Ну, давай, башка. Смотри, опа, ты так можешь? Нет, да. Я могу вот так. Ладно. Этот аниматроник не убивает. Хорошо. Хорошо, я побежал. А, вот режим стрёмный, вот этот режим убивает. А, я не могу их убить, потому что они закрываются в своей будке. Извини. А я успел закрыть. Снеговика, короче, кинули в жертву. Теперь я наелся. Берем другого аниматроника. Трапа. На корточках ползешь. Привет. О, это скраб-трап какой-то уж. Ты инопришеленец. Инопришеленец. Точно, точно. О, вы можете? Видел, прям вовнутрь к вам пролажу. Короче, вы меня не пустите, да? Нет. А вы знаете, что я могу... О, я не могу. На этой карте нельзя через стену открывать. Закроем, успел. Так, надо так, чтобы вы меня не видели. О, а сейчас чуть попозже. Тебя видим. А, я возьму. Так, давайте вот этого вот. Во, прикольный. Очень. Что он с головой делает? Спринг-трап. Я челюсть открыл себе на голове. Не открывай, иду. Не открывай эту дверь, вот она. Так, что он делает? Ого, смех, вы слышите? Да. Это чувак во мне орёт, вы видите там его немножко? А, нет, то провода, я думал, то органы, нет. Он прикольно. Его электричеством ударил. Офигенный, мы что-то их вообще пропустили в одно время. Я бегу. Он я опять бегу. Туда же бежит. Привет. Я на ту сторону побегу. Я вижу, ты туда не бежишь. И а чё я? Я ж тебя по камере. Пацаны, вы видите, как я перемещаюсь? Да. А я могу так. Это должна быть какая-то анимация, но ее просто нет, да? У меня руки в боки из-за этого. Да. Ух ты, блин! Да, я такой. Я тоже не пальцем сделан. Слышь, пацаны, у меня анимация сработала, я поломался, я ничего не могу делать. А мы тебе не верим. Нереально, я ничего не могу нажать, у него анимация сработала, поломался. А мы тебе не верим. Вот и молодец, вот и молодец, что не веришь, я хотел тебя замочить. Хорошо, хорошо, я специально это сделал. О! Прикольный у него походняк. Давайте включим другой режим, более мощнее. Фонарь такой ярко-желтый. Угу. Слышите? Слышите? О, да? Блин, честно. Ой, жестко-жестко. Помоги, да, вроде кричит на русском. Или мне кажется. Так, сейчас. Ничего у вас не получится. Да все, я умер. Я сейчас, получается, фиолетовым челиком стану. Смотрите. Я так думаю. Ну. Нет, ты станешь... А это реально сработала анимация. Смотрите, я могу только вертеться. Так, стоп, давайте W, S. Давайте R еще раз. О, я другим стал. У меня это, видите? Третьего перевоплощения. Прикольно. А я бегу. Пацаны, пора вас мочить. Что такое? Хорошо. Хорошо. Ах ты, блин, жопа. А что ты такой шустрый? Умный сильно, чешо. Да. А что ты вот здесь поставил? Это я. А я вижу, что ты сюда побежал. Ну, я вижу, что ты сюда бежишь. Ах ты ж. Страшно. Я, кстати, не проверял этого еще, так что он мочит. Я думал, а, да, этот весь пилпак мочит. Так, пацаны, я пойду вам свет отключать. А, да. Ой, жестко.
Я удалил лампочки, ребята, на карте сейчас просто темнота. Жестко, страшно. Согласен. Темно, реально. Ух ты, как батарейка уходит. Уходит батарейка? Да. А ты, блин. Давайте посмотрим, как батарейка уходит. Не надо. Она не уходит, ты обманываешь. Это тебе за обман. Я за что? Так потому что твой друг обманул меня. Тебе на камере вообще не видно, ты такой темный. Да? Ой, так это круто. Ой. Тебя по звукам можно услышать. Нет, нельзя мне по звукам услышать. Открою. Так. Надо на разведку идти. Давайте, пацаны, я вас жду. Блин, классно так давай играть, ты. Мне нравится. Давай, давай ты, говорит. Пацаны, вы должны, короче, этот, зайти и включить вам свет как-то. Но я не знаю, даже дверь удалил для того, чтобы вы могли сразу зайти. Ну сразу говорю, я в мастерской, я могу вас убить. Я не знаю, что-то придумайте. Я придумал. Я просто включу везде двери, чтобы электричество не уходило. Ну давай, попробуй. Блин, так темно, это жесть. Мне плохо видно даже. Ёлки. Сейчас все закрыть. О, все. Пацаны, это я вам включил? Да. Да. Ninja Knife не работает. Блин, классно графон в Гаррис Моде. Ну раз такие картинки выдает топовые, смотрите, как просто все круто смотрится. Даже текстуру на спине видно. Офигеть. Мне так нравится играть в эту игру. Подожди, а что еще? А что сюда спустил? Тут нифига нету. А, есть. А. Давай ты теперь. Не, иди, я боюсь. Давай, шагай. А я боюсь. Так, надо включить от первого лица. Settings, third person. О, ночной режим активирован успешно. В смысле активирован? Ох ты ж, я тебя почти зарезал. Отвечай, еще чуть-чуть, и ты бы мне чикнул. Как-то я тебя увидел. Не знаю как. А это нечестно. Так, я буду с ночным режимом гулять. Так. Это не поможет. Поможет, поможет. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Ты сейчас до двери подойдешь? Если ты откроешь дверь, я тебя убью, я тебе сразу говорю. Это нечестно. Я же тебе сказал, если ты откроешь дверь, я тебя убью. Да что? Нельзя, я открыл дверь, но ты такой наивный. Я, пожалуй, не пойду туда. А чё? Я сейчас пойду. Давай, давай, давай. Я вас жду. А так честно ты думаешь? Вот это ты по-честному играешь? Да. 15 минут бесплатный. Я балдею. Ну чё, давайте, пацаны, я вас жду. Не, я извините, я не такой, как сегодня. Давай, давай. Я вижу тебя. Я вижу тебя, ты за углом сидишь. Ах ты бомж. Я вообще не весь спавну. Ну давай, я тебя жду. У тебя все равно самое страшное оружие, мне кажется. У меня? Ну конечно, смотри, что я делаю. Как щенков валю просто. Ну хотя бы крошку точно. Я выйти не успеваю. Так я умный, я не буду влезать. Правильно. Хорошая мысль. Вот. Так, давайте отключим ночной режим, посмотрим, как без ночного режима. Оу, это что было? Это монетка. Не-не-не. А, у меня 10 тысяч жизни. Твоя... Ты монетка мне не убьешь, кстати. Рубль, а, нет, ты можешь убить, я чувствую, есть урон, есть. Ой, блин, да подожди, как играть с тобой? Ты читеришь, читерила. Ты тоже читерила. Давай, заходи, заходи, сынок. О, блин, ты меня видишь, наверное, да, как-то? Ай, блин, дамажит. Ну, гад стреляет. Оно, короче, когда стреляет об стену, идет урон. Получается, взрывы от пуль. Да. А, вот так ты, значит, со мной заговорил, да? Так, подожди, давай я себе другого аниматроника сейчас возьму. И мы с тобой по-другому поговорим. А это я, пожалуй, вернусь на базу. Крошка, удачи тебе в жизни, я не пойду. Я его видел. Я посмотрю лучше на баталии на ваши. А, жопа горыть. Я вижу. Не говори ему, пожалуйста, он меня убьет. Я его боюсь. Я его боюсь. Скажу где. Жестко. Не можете мне ничего сделать, просто ничего. Спасибо, что не убил. Ночной режим же есть.
Подождите, мне кажется, он там бегает, а он тут. Я же с ночным режимом играю, пацаны. Я включил ночной режим и бомба. Так, давайте сейчас отключим себе режим от третьего лица. Ой, давай, как крышка, темно, крышка, ой, как темно. Да как с тобой играть это? Я вообще не знаю, как ты со мной играть будешь. Я не знаю. Я не хочу выходить. Димас опасный. Я очень опасный. Он даже я убил уже вас очень много раз. Выйти. Он с петухом пытается выйти и сдыхать сразу. Я не знаю, я не я хочу. Я не знаю, а я знаю, я его буду мочить до посинения. Спасибо, что меня хотя бы не убиваешь. Спасибо тебе. Ничего. Да. В следующих сериях я тоже буду так же убивать. А, не удивлен. Блин, такая серия прикольная получилась, мне понравилось. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!